В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут говорим о жизни в самом красивом ее проявлении. Даже самые ярые поклонницы джинсов и брюк в канун Нового года задумываются о покупке платья. Ведь именно оно дает понять коллегам и друзьям, что человек к событию готовился, оделся особенно, не как всегда. В этом случае впечатление производит даже самая демократичная базовая модель. Выбор цветовой гаммы можно доверить как стилисту, так и астрологу. Если же вы обычно при параде даже в будний день, в праздничный период градус торжественности необходимо повышать. Пусть в ход идут блестящие фактуры, кружева и стразы. Новогоднее настроение, оно неповторимо, и в этой праздничной суете простительно нарушить дресс-код, позволив себе немного блеска. Концепция гардероба нижнего белья может быть разной. Например, белье должно быть красивым и дорогим. Или белье должно быть удобным. Есть и такие дамы, которые просто выбирают то, что им нравится, и вообще не задумываются ни о какой концепции. Кто-то, напротив, изучил тему настолько, что теперь разбирается не только в своих предпочтениях, но и помогает другим найти идеальный вариант. Белье я, в принципе, очень любила всегда. Я была даже, можно сказать, противником базового белья, потому что хотелось в жизнь принести разнообразие. Единственное, когда белье это стало не просто любимым делом, это стало бизнесом, да, я поняла некоторые вещи, как, например, если мы покупаем какой-то дорогой бюстгальтер, то к нему лучше купить двое трусиков, потому что, ну, на самом деле, это очень удобно. И эти вложения проживут намного дольше. Марки белья, как, впрочем, любой одежды, отличаются по стилю и функциональности. Бренды с многолетней историей имеют еще и свою идеологию. У нас есть очень интересная марка, например, Ritratti. Это база. Ее можно носить под любой тонкий кашемир, под любой тонкий трикотаж, но это будет красиво и будет заметно. Также есть пара. Пара, у них своя корсетная мастерская, кутюрное белье и красивые формы, тончайший материал. Конечно, это уже такое белье премиум-класс. И также можно предложить Playboy. Это, в принципе, очень игривая марка. Она играет и с цветами, и с фактурами, и с формами. То есть тут есть чем удивить. Стилисты с мировым именем часто рассказывают секреты идеальных фигур голливудских звезд. Секрет прост – использование моделирующего белья, которое ставит все части тела на свое место, отсюда и платье сидит идеально. Коррекция вообще фигур – это моя любимая тема. Эти корректирующие технологии нужны не только обладательницам пышных форм, но также нужны и худеньким девочкам. Эти технологии, они правильно формируют вашу фигуру. Они позволяют одеть те вещи, которые невозможно одеть с обычным бельем. Вы сразу выглядите по-другому. Марка Джанира, это испанская марка. Она выполнена из тонких материалов. Никаких жестких рамок. Все очень удобно, очень комфортно. Красивый силуэт, красивые линии. И мало того, само это моделирующее белье выглядит
красиво. Просто вот этот эффект, его можно ощутить сразу, как вы только оденете на эту коллекцию свою одежду. Стоимость некоторых комплектов белья иной раз сопоставима со стоимостью вечернего платья. В этой связи часто возникают вопросы типа «почему?», «за что?», «что там такого?». Премиальные марки, они отличаются вот именно, знаете, деталями. Как пришита лямочка, как она обработана. Обычно у премиальных марок очень интересная бретель, у них очень интересная застежка. Вот премиальный марк вы отличите по маленьким деталям, по качеству обработки подклада, по обработке кружева. Проекту «Феромон» на днях исполнилось 2 года. За это время удалось для челябинских дам сделать немало открытий, связанных с дизайном, роскошью и комфортом. Ну, на мой взгляд, на белье точно нельзя экономить, потому что оно должно быть удобное, комфортное. И это, конечно, невидимая часть гардероба, но она, ну, как бы белье влияет на фигуру, там, скрывает недостатки или подчеркивает достоинства. Ну, то есть белье должно быть комфортное, удобное, и, на мой взгляд, белье должно быть дорогое, потому что, ну, ты его покупаешь на один раз, носишь постоянно, ну и белья должно быть много. Уверенность и ощущение собственной привлекательности рождается из многих и многих мелочей. Но белье, несомненно, стоит на одном из первых мест идеального образа. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Соне Кривой, 30. Салон нижнего белья «Феромон». Васенко, 96. Дом быта, 1-й этаж. Территория тайского спа. 15 видов восточного массажа, сауна и ароматный чай. Консультации врача-диетолога. Натуральная косметика из Индонезии и Франции. Подарочные сертификаты. Тайвай. Территория тайского спа. Российская, 206. Телефон 223-23-20. Деларейн. Косметология, бьюти-услуги, массажи и физиотерапия. Салон красоты и спа-центр Деларейн. Братьев Кошелиных, 154. В салоне Тисура роскошные скидки на роскошные ткани. С 4 по 29 декабря скидка 30% на часть коллекции. Скидка суммируется с предложением по карте клиента. А еще пошив наряда всего за 2 недели. Предложение ограничено. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь красивой. Продолжаем выпуск. Традиционно под Новый год в Челябинске проходит благотворительный вечер «Добрые сердца» в поддержку тяжелобольных детей. В этом году этот вечер по счету уже 3-й. В зале присутствуют бизнесмены, представители администрации и общественники. Они же представляют на сцене художественные номера. Наша одна из главных задач – это, конечно, пропагандировать благотворительность, сформировать культуру благотворительности среди наших бизнесменов, чиновников, людей, которые имеют такую возможность давать средства и помогать нашему фонду. Способность отдавать деньги – это состояние души. Я всех призываю, что лучше отдавать, оказывать благотворительность через фонды, и тем самым ваша благотворительность пойдет по адресу. Вечер он направлен как раз на то, чтобы мы в процессе, скажем так, отдыха светского, такого культурного мероприятия, чтобы мы в процессе еще задумались о том, кому сложнее, чем нам, и собрали деньги на наших детей. Представители бьюти-индустрии также не остались в стороне и внесли свою лепту в то, чтобы этот вечер получился не только торжественным, но и красивым и стильным. Мы, как представители индустрии красоты, считаем, что красота – это также красивые поступки. И наша студия не упускает возможности поддержать благотворительные мероприятия города Челябинска.
мастера студии Гуфа и также визажисты мейкап-ателье под руководством Жанны Вайтмайер создают образы участникам благотворительного вечера. Это представители бизнеса и администрации города Челябинска. В программе церемонии также показ коллекции «А-ля Франс», где в качестве модели выступили представители фонда «Родная» и все те, кто поддерживает его деятельность. Сегодня наш дом моды «Фортуна» предоставляет дефиле, в котором участвуют не просто манекенщицы, а вип-персоны, которые точно так же вносят вклад в благотворительность. Еще 10 лет назад подобные встречи были известны лишь по голливудским фильмам. В последние годы идея благотворительности реализована и у нас. Какими бы ни были умными косметологические аппараты, аналогов ручным техникам массажа наука еще не изобрела. В лучших спа мира стоун-терапию или массаж камнями традиционно выполняют мастера из тех стран, где эти оздоровительные ритуалы имеют многовековую традицию. Сегодня наши гости Инна попробуют массаж в исполнении мастера с острова Бали. Массаж горячими камнями базальтовых пород. Этот массаж хорошо расслабляет, прогревает мышцы и снимает головную боль. Температура камней уникальна, они не обжигают, но при этом сохраняют свое тепло и даруют вам расслабление. Массаж с камнями традиционно проводится в обстановке, соответствующей максимальному расслаблению. Целебный эффект подобной терапии заключается в воздействии разных температур и активизации биологических точек организма. У мастеров существует поверье, что камни забирают отрицательную энергетику и даруют положительную. Таким образом, вы полностью расслабляетесь и пребываете в гармонии. Кроме исцеляющего и расслабляющего эффекта, после нескольких сеансов стоун-массажа улучшается микроциркуляция крови, повышается уровень серотонина, гормона радости, и тело насыщается жизненной энергией. Также в этой программе используется натуральное высококачественное масло, которое не оставляет следов на одежде, хорошо впитывается и хорошо питает кожу, что так необходимо нам зимой. Это потрясающее завершение рабочей недели. Столько новых сил появилось. Как говорится, заново в бой можно идти, работать, заниматься спортом. Почему именно стоун-терапия? Ну, во-первых, там присутствуют масла, да, которые питают кожу. И, во-вторых, это прогревает косточки, мышцы, все тело. Дело в том, что я занимаюсь спортом активно 5 раз в неделю. И необходимо расслаблять мышцы, снимать напряжение. Поэтому я регулярно хожу на массаж. Разные виды тайского массажа. Это и массаж горячими камнями, и непосредственно тайский массаж. Как минимум нужно ходить на массаж раз в неделю, если ты ведешь такой активный образ жизни. А если появляются какие-то проблемы, то 10 сеансов подряд или через день. Процессы глобализации расширяют сознание, способствуют тому и применение древних и экзотических практик. После таких спа-сеансов можно сказать, что техники, проверенные веками, способны на многое. Качество сна – это то, что волнует большинство жителей крупных городов. Ведь от того, насколько хорошо человек выспался, зависит и самочувствие, и настроение, и даже внешний вид. Люди высоких эстетических запросов уделяют большое внимание и внешнему виду домашнего текстиля. В рамках очередной встречи участниц клуба «Школа стиля» о том, как составить домашний гардероб, рассказала эксперт компании «Тогос» Яна Иванова. Мода, она меняется, мы не можем постоянно следовать за ней, нам что-то просто не идет. А что мы покупаем для себя во благо себе, и там не только себе, там своим близким, да, то запомнится и в вашей душе останется, и в сердцах ваших близких, и будет на благо. Лучше, конечно, делать акцент на натуральных тканях, натуральных наполнителях, если мы говорим о постельных принадлежностях, гардеробе для сна. На многие материалы натурального происхождения просто не бывает аллергии или каких-то там заболеваний. Поэтому они всегда ближе к нашему существу, они всегда будут помогать провести хорошо день полноценно. Они снимают все практически натуральные волокна, статическое напряжение. Кстати, натуральные наполнители бывают не только из шерсти животных или пуха водоплавающих. Кроме шелка, история которого измеряется тысячелетиями, в 21 веке активно применяют эвкалиптовый тенсель и синтезированные молочные волокна. Кроме того, высокие технологии текстильного производства задействованы и в создании искусственных наноматериалов, которые уступают натуральным в цене, но не уступают в качестве.
больше узнала о материалах, хотя, приходя в салон, они тоже о них рассказывают. Но Яна это рассказывает с таким теплом и с таким вниманием к деталям. Привлекает эта марка своей натуральностью, то есть и пастельными цветами, от которых не устаешь. То есть все такое спокойное, гармоничное. В них и не жарко, и, ну, в общем, очень комфортно, приятно к телу. В нашей тяжелой жизни нужно как можно больше использовать качественного сырья, которое должно находиться и окружать нас постоянно. В настоящее время особенно важным становится возвращение к природному началу и энергетическому балансу. Мы живем в век такого технического прогресса. Конечно, хочется детям подарить все самое такое вот близкое к каким-то родным объятиям. И вот мне кажется, белье и постельное, и вот то, что вот представлено здесь, оно все вот как раз помогает вот вернуться вот к истокам, вот к этому природному. А так как я беру на себя ответственность и вынашиваю уже 6-го ребенка в нашей семье, как бы это все равно новый член общества, новый человек на этой земле. Конечно, хочется подарить ему все самое лучшее. Время, проведенное в приятной компании, используя для дела, это то, что так необходимо в сегодняшнем ритме жизни. Тема создания стильного, уютного дома на этом не исчерпана. В будущем планируются мастер-классы и по сервировке стола, и по новогоднему декору. Новогодние подарки в салоне домашнего текстиля «Тогас». Ждем вас на братьев Кошириных, 159. Уникальное предложение только с 15 по 31 декабря. Закажите подарочный сертификат по телефону 222-0030 или на сайте thailotus.ru и получите второй в подарок. Студия тайского спа «Thai Lotus». Живительная сила тайского массажа. Новая парикмахерская. Профессионально и с любовью. Звоните 777-60-87. Имидж-клуб «Светлана» и модельное агентство «Эксклюзив» проводят финал 17-го конкурса профессиональных моделей «Супермодель-2015». 17 декабря. Клуб «Мираж». 19 часов. Генеральный спонсор «Капитоль». Подробная информация по телефону 263-57-37 и на сайте светлана74.ру. Ресторан «Уральские пельмени» приглашает встретить Новый год ярко и незабываемо. С русскими традициями, цыганским табором, народными гуляньями и гостьей вечера с суперзвездой Еленой Кукарской. Ну что, девчата, по маленькой... Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Создатели фильма «Зеленая карета» накануне премьеры побывали в эфире многих телеканалов. И, судя по всему, это не искусственный пиар, а искренний интерес к работе нашего земляка Олега Асадуллина. В главной роли Андрей Мерзликин, недавно гостивший в Челябинске по случаю другой ноябрьской премьеры. В «Зеленой карете» он сыграет режиссера, успешного и признанного, в жизни которого есть все, в том числе и фильм, номинированный на «Оскар». Но в определенный момент эту полосу удач прерывает внезапная гибель сына при весьма странных обстоятельствах. Скажу вам секретом, я люблю массовое кино. Ну, то есть я им с удовольствием занимаюсь. Для меня это всегда было как бы делом, которое я любил и люблю до сих пор. Вот, поэтому, собственно, и здесь-то я хотел сделать кино массовое. То есть, с одной стороны, как бы тяжелый такой вопрос и тема сложная. Вот, но мне было важно как бы сделать его языком, который будет понятен большинству зрителей. Говоря о звездном составе проекта, стоит упомянуть не только актеров. Для диджея Грува «Зеленая карета» уже 7-я картина, где он выступает в качестве композитора. Сам по себе данный жанр, как такая драма, она для меня являлась новой, и я выложился по полной, потому что Олег пришел и сразу сказал, что он хочет, чтобы я музыку писал к этому фильму. Вот, и я считаю, что это на данный момент такая моя самая сильная работа в кинематографе, вот, потому что я старался сохранить все напряжение музыкой своей в течение картины и подчеркнуть более драматические моменты, чтобы 50% самой картины, 50% музыки, чтобы они слились воедино, и это получился 100% правильный продукт. К настоящему моменту фильм «Зеленая карета» уже не первую неделю в прокате.
Эмоции у зрителей возникают разные, но большинство сходится во мнении, что снято качественно и талантливо. Кроме того, драма для отечественного кино последних лет – большая редкость. Все выпуски Beauty Time и другие проекты о красивой жизни на нашем обновленном сайте bt31tv.ru. До встречи! Стилисты проекта «Модный дом Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.